В понедельник в Орел прибыл президент Международного конгресса промышленников и предпринимателей Артем Чайка. В ходе встречи с временно исполняющим обязанности губернатора Андреем Клычковым обсуждались вопросы взаимного сотрудничества в сфере обмена технологиями и привлечения инвестиций в регион, интеграции предприятий Орловщины на международные рынки. Итогом стало подписание официального двустороннего соглашения о сотрудничестве. Принято решение о подготовке плана совместных практических действий по выполнению его положений, сообщает пресс-служба администрации Орловской области. Сегодня объединили наши усилия. Эти усилия, они направлены на привлечение сюда инвесторов. Эти усилия дадут возможность предпринимателям и промышленникам Орловской области получить прямой диалог с международными инвесторами. А региону это новая площадка для презентации потенциала региона, для обозначения приоритетов инвестиционной политики. Вся экономика, она прежде всего находится в регионе, предприятия находятся в регионах, люди, которые работают на этих предприятиях, живут в регионах. Соответственно, то, что мы сегодня делаем, это крайне важно. И мы уверены в том, что это действительно принесет положительный эффект. Сегодня регион заинтересован в привлечении большого количества новых инвесторов, кто мог обсудить и оценить потенциал Орловской области для дальнейшей использования модернизации. Сегодняшняя экономическая база позволяет нам говорить о необходимости развития как промышленной составляющей, сельскохозяйственной составляющей, но и, безусловно, перерабатывающей промышленности. Но это невозможно без модернизации существующей дорожной сети железнодорожного транспорта, обсуждения вопросов иных форм транспортной составляющей, которая могла бы позволить дополнительные условия создать для любого инвестора, кто будет приходить. Мы сегодня выходим, активно взаимодействуем не только с российскими предпринимателями, но и с инвесторами, работающими за границей. Совсем недавно представители Саудовской Аравии заявили о желании и рассмотрении Орловской области как одной из территорий перспективных для вложения средств в части модернизации и внедрения своих производств для России. А для нас это рабочие места, для нас это налоги. Ну, и Артем Юрьевич абсолютно прав, что мы заинтересованы в поисках новых стандартов, новых технологий. И мы детально это обсудили в части дорожного строительства, в части других предложений, которые могут быть оценены на территории региона и в дальнейшем взаимодействии. Но я напомню, что Международный конгресс промышленных предпринимателей входит 32 профильных союза, 28 стран Европы и Азии. И это для нас возможность представить как наш потенциал, так и создать условия взаимного сотрудничества и развития. Ну и напомню, что Орловская область славилась своим промышленным потенциалом. Сегодня у нас мы показываем лучшие результаты среди многих регионов, как Центрального федерального округа, так и России в целом, по сельскохозяйственным культурам, по большинству. Я думаю, что в этом году мы покажем ровно такие же результаты и с улучшением. И для нас стоит задача модернизации и сегодняшних средств производства, ну и идти вперед дальше. Я даже могу сказать, что наше географическое положение, с одной стороны, дает нам преференции особые, но и с другой стороны, дополнительные обязанности. Мы должны показать в рамках всего Центрального федерального округа те пилотные проекты, которые могут быть реализованы. Поэтому мы с Артем Юрьевичем, с Конгрессом будем активно сотрудничать, прорабатывать любые возможные направления и дальше уже по результатам сообщать об их итогах.